И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Саврекс, ОЛТВ, Максим, Гусанёк, Кит, Сми, Угамуга. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Смотрите, какого мы скачали офигенного кэтнепа. Это роботизированный монстр с игры Poppy Playtime. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем гоняться, веселиться и поднимать вам настроение. Погнали. 3, 2, 1. Я вышел на охоту. За мной. Мне даже не обязательно пацанов бить. Смотрите, я могу просто машину толкнуть, и она улетает, не выйти. Так вот, ты что, для shift не нажимал? Что ты не уезжал? Я уезжал. Ну все, ты проиграл. Так, нас уже двое. Еще один. А ты же... Так, не, все, твоя машина... Колес нету, ну да. Я хотел тебя добить. Короче, если машина ваша не двигается, значит вы проиграли. В принципе, я могу и добивать, но в этом смысла нет. Мне кажется, если еще раз так толкнуть, то можно улететь прямо на крышу. Ну, я почти, кстати, попал в нее. Давай, мочи всех. Блин, почти. Ну, давай. Ой, блин, как я его не увидел. Пока. Прикольно улетает, смотрите. Я взорву тебя. Есть. Как-то мы быстро. Что ж так? О, вот еще один. Кто остается последний? Вот победитель будет. Так. Что, еще уменьшат скорость ему? Ну, не знаю, я быстрее. Кстати, ты бежишь, такое ощущение, что лапы назад гнутся, а не вперед. Как-то очень странно это работает все. Ну, догоняй, мочи. Так, ну первый раунд у нас был пробный. Все, мы всех убили? Да. Ну да, я последний был, кстати. Пацаны, бегите, едьте, улетайте. Убегать сейчас, буду машины вам ломать. Да, ушел, этого не ожидал я тебя такого. Сюда, минусовый буга. Газуй, газуй, газуй. Кстати, они медленные, я думал, побыстрее будет. Ну, не знаю. Привет, ну я легко уезжаю. Ты что делаешь? Стой, Дима. Не говори так. Ой, ох, сейчас кого-то настигну. Отлично. Нет, не догоняет. Видите, легко уезжать. Надо с шифтом постоянно лететь просто. Смотри, смотри, что делает. Ай, блин, ну ладно, ладно. Так... Ого, черное пятнище и осколки от машины. Ничего не остается. Куда хорошо. Я теперь в вашей команде. Блин, ну это весело, мне нравится. Окружай их, окружай. Окружай. А что ж такое, не могу вселиться, а? Все, да, оставьте мне пару человек. Я не могу в эту морду вселиться. А где у него я тут? Я катаю. Ой, улетел. Нормально. Есть. Че, опять всех убили? Я живой. О, Максим, ты живой. Все, уже нет. Все, я тогда замедляю еще этого монстра, потому что какой-то очень читерский. При том, что мы уже его замедлили, он был намного быстрее. Максим, давай 0-2 сделаю. Это, короче, в два раза медленнее, чем было. На самом деле, я специально это сделал, чтобы Максим мучился. Давай, едь отсюда, давай. Эй, сейчас я уеду, сейчас. Где моя любимая тачка? Вот она. Сейчас мы поднимем подвесочку. И я покажу, как надо выживать. Сейчас я должен победить, 100%. Да, Максим? Уверен? Да. Ну, я посмотрим. Лучший игрок на планете. Блин, заднеприводная. Ну ладно. Давай, 3, 2, 1. Погнали. Ё-моё, что со мной? Чё ж я такой медленный? Не, ну, поставь хотя бы, может, 0,3, Дим. А не, нормально, пацаны. Это ж он один пока весь. Он же на расстоянии может взрывать. Вы не забыли? Ну, если он, короче, минут 40 нас не сможет убивать. Я тогда добавлю ему скорости. Было бы прикольно, если бы он так мог взрывать машины. А я пытался сейчас так. Попытка была хорошая. Вон он спрыгнул. О, ты уже здесь? Бывает. Пока. Я вспомнил, мне надо хлеба купить. То есть, это мой хлеб. Главное, чтобы он кого-то убил. Только их станет двое, будет намного легче. На, по минус один. Отлично, видите? А вы говорите, нельзя. Можно все. Максим! Как я не попал? Ну вот так вот. Как попал, только наоборот. А, блин, я это затупил. Видите, какой я умный? Балбес. Да я живой. А, у меня колес нету. Прикольно. Кстати, моя машина еще двигается, смотрите. Минус еще одна. Чё? Мои колеса без меня газуют? Жди его, жди. Жди меня. Блин, это цирк. Хорошо, я поддался на самом деле. Так, минус еще, Гусанёк. Видите, надо, короче, не дать скорость 0.
Гусанёк. Я хочу, чтобы гусанёк с одной единичкой будет скорость. Ладно. Ну он такой рахит стал. Давай посмотрим. А чё такой медленный? Так, вот, я его жду здесь. Пацан, да чтоб... О, давай, мочи его. На, вот это было эпить. Опять всех убили? Теперь я медленный, но очень мощный монстр. Даже не буду отчитывать время, потому что я уже выдвинулся. Так, 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 съезжай вниз, съезжай. Не, не поеду. Эти убью. Эти убью. Я могу, в принципе, тебя... А ну-ка, давайте все-таки попробуем, может... А если по прицелу? Нет, не могу, ладно. Обходим. Ты не хочешь упасть? Нет, не хочешь. А чё так сложно, когда крохит, смотри, как он бегает со стороны. Ощущение, что он назад бежит, а не вперед. О, вот это ты хорошо сделал, что ты упал. Воду, ну все, ты проиграл, если воду упал, то все. Ну что ж поделать, купил права, видишь, а ездить не купил. Во-во-во, я приближаюсь до полицейской машины. Так, ну вот, я вижу, я вижу. Нет. Я пойду. Я пошутил. Ну! Обманщик! Ну я такой, я хочу просто выиграть всех. Меня хотел позволить отсанять меня. Я ухожу на охоту. Это хорошо. Так, я вижу, он поехал за угол круглого дома. Сейчас я его замочу. Ультовый, какой же ты. Ах ты, блин, да как я не попал! Ну блин! Кинули ультовый. Так, так, так. Спасибо тебе, Сань. Ультовый! Я тебя убью! Мочи его! А его? Не, не мочи. А уже трое нас? Да. Потихонечку. Ты не сам меня подставил. А вы сами умираете или вы просто погибаете? Да, они сами умирают. Ну, во-во-во-во, давай мочи! На! Нет, я упал! На! А ну все, твоя машина, корыто разлетелась. Ага. Еще и замочил, прикольно. Какая-то магия у него есть. Слышите звук, когда я бью? Такой чпонь? Ну, мочи! Ну! На! Так, гусунек последний был? Нет, я последний. Угабуга был последний. Да я даже рад, что я не последний. Гусунек, не, давай ты будешь начинать. Вот сейчас, я теперь понял тактику, как мне выиграть. И сейчас гусунек мне уже не выиграет никогда. Да. Гусанчела, начинай! Хорошо. Я жопой по асфальту еду. Пацаны, только давайте не поддаваться ему, чтобы он прям мучился и страдал. Хорошо, я в этот раз выиграю. Знаете, когда мы проигрываем? Когда мы спрыгаем с высоты. С высока, вот тогда проигрыш идет. Да. Так, так, так. Нет, ты так не убьешь, я пробовал уже, это так не работает. Да сейчас. Ну давай. Ковырку ищут. А ты давай, подъедь сюда. А ты не убьешь меня все равно, давай бей. Не это не работает так. Я уже проверял. Вон, повисла морда машинная. Тихо. Да не, не работает. Ну зря только тратишь свою энергию. Шо? Он прыгать может! Калашматки, мои колеса! Ну я же должен был выиграть! Ну Гусанёк, дай еще один шанс. Ладно, хорошо. Ну я же не знал, что ты прыг... Это было читерски с моей стороны. Ой, с твоей стороны. Ты поддавался. Да я не поддавался, я думал, что он приземлится не в мою сторону. Так, все, ладно. Беру более везучую машину. А я до сих пор живу. Я живу. И все, я живу. Все, переднеприводная, самая офигенная тачка. Надо запомнить, где она находится. А уже двое их! Ё-моё! Ну, у них большой, большой плюс есть, что можно резко возле них проезжать, и он не успевает тебя задамажить. Они высоко, да, прыгают? Нормально. Ого, ты попрыгунчик, как дом где-то. Пружины в ногах. Нет, это не сработает. Эх. Я тебе даже подвеску ничего не меняю, чтобы она была по канону, эта машинка. По канону? Нет. Да блин, ну я сам... Ну я, да я поддался, да ё-моё, не получилось. А. Ну блин, двигатель умер. Фууу. О, двое осталось. Чё, починить никак машину нельзя? Подожди, так вроде уже все. Нет, я еще живой. О, Максим, ты что, выигрываешь? А кто остался, я один? Да. Получается. Да он в этой в темной фигне точно, я уверен. А где темная фигня? Вон там в конце карты. Вот еще едет кто-то. Это я. А вот он. Я воду. Нет, нормально. Так, окружайте его, ребят.
Ой, у меня какие-то звук брызгов теперь. Очень странно, это все работает, ладно. Ё-моё. Вон стоит в игрушке. Вот он, вот он! Я тебя должен убить! Тварь, ты такая! Дима. Но! Вот это красиво! Ты взорвался, а мне нравится. Ух ты! Ну все, один улетел. Так, ну Саврекс ему поддался, ладно. Блин! Отстань, он ТВ! Ладно, Тим, поехали отсюда. Нет! Я буду на поле выживать. Я так понимаю, что выигрывать, надо ездить по плоской местности. Я знаю, куда я поеду. Не, это так не работает. Можно возле них прям петлять вот так вот, и все. Смотри, никак. Ой, повезло. Ой. Ой, бегу. Не сюга-буга. Это моя ручка. Нет! Отлично, отлично! Гусанила Эча, ну что ты? Меня как обычно в крысу убивают. Ну, блин, я помню, да, все против тебя, я запомнил твои. Это тебе месть, Саня, понял? Максим, езжай! Еду. Еду, я мимо проскочил ног. Да? Да. Красавчелла. Только страшно. Блин, я хочу выиграть в этот раз. Бейте Диму, дайте я выиграю. Дайте я выиграю. Не надо. Бейте. Нет. Ну что ты будешь делать, Максим? Так, нужно... Ай, моя леща пролучена, блин, а, ну это больно было. Я выиграл второй раунд. Ну, ну пощади, ну не добивай, больно же. Остался. А, нет, нет, на, ну все. Это было красиво, запинали до смерти. Запинали бедные машины. Так, кто еще не участвовал ни разу? Я еще жив. А, у Габуга еще жив. А Дио, значит он победитель тоже? А вот он, на гараже. Бум. Все. Так, Угабуга, ты еще ни разу, да, за монстра не играл? Да, я не участвую. Ну все, давай, сейчас у тебя есть шанс показать, что ты лучше убийца. Пожалуйста, давайте хоть ему не будем поддаваться. Да никто ж не под... А, да, я поддаюсь. Ну Саврекс в прошлый раунд поддался Олтове. Я придумал, давайте сейчас сделаем раунд, когда можно менять свойства машины. О, а, ну все, как вам такая тема, а? Вот это у меня теперь машина резкая. Я могу резко тормозить, резко ускоряться. Ну все, давай, мы готовы. Ого, у кого-то полицейская машина, попрыгунчик какой-то получился. Я лихачу по всей карте. Смотри, как это быстро все. И меня мою машину не... А, нет, я кувыркаюсь как-то теперь странно. Блин, нельзя... Я резко поворачиваю. Не-не-не. Без шифта буду просто, чтобы ты меня не поймал. А он меня хочет первого... Ну что ты делаешь? Все, он убил кого-то? Нет. Нет. Пацан, ну не под... Видишь, стало тебе тяжелее за то, что вы поменяли свойства машин наших. Ну зачем? Вот он, Димы. Понимаешь, мы должны в одной команде быть, а не толкаться. Ну что ты делаешь? Ну стой, стой, стой. Ну зачем? Ну зачем? Я, блин, это было так рядом. Нет, это так не работает. А! Мы будем жить. Блин, это классно. Ты не смог убить меня, за то, что моя машина очень маневренная стала. Пацаны, понимаете, что он пока самый худший монстр? Рахит. Потому что ему никто не поддается. Да, мы поддавались все это время. Ну давай, я тебя... Пацаны, я спасаю своей жизнью ваши. Он так понял, что ко мне лучше не лезть. Ох, сальтуху закрутил. Красавчик. Молодцы, молодцы. На, ну что ты, да не поддавайся, мы же договаривались. Ну опять поддались. Блин, ну красиво твоя машина разлетелась, только я бы на твоем месте удалил еще. Так, пока есть их двое, да? Да. Надо их в поле зрения держать, чтобы они не зашли со спины там, обошли вокруг дома. Здрасте. Пацаны, уезжайте, беги! Нет, беги! Блин, ну беги! Ну блин, а... Сразу Привет. Двоих убил, нифига Остались. Себе. Остался я и Дима? Да, мы с тобой лучшие пока, Мишто. Схавайте Диму, я хочу победить. А, в воду упал! Нет, нет, машина едь! Она едет! Я еду еще, смотрите, она на ходу. Блин, а... Спайдермен, живи. Ой, я поплаваю немножко. Дима, мы за тобой в огонь воду прыгнем.
Да все, я проиграл, блин, не смог ни разу выиграть. Так, я хочу посмотреть, как Максима. А, ну я это увидел. Так, давайте посчитаем, кто больше всех выигрывал. Я. У меня 2 раза. У меня 3 раза. Да, Максим, ты победитель этого ролика. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Полетело. Всем пока. Пока.